Ипек оформила купчую на себя? Я не знаю. Она выскочила. А как вернулась, ты видел. Ее ни о чем не спросить. Хорошо. Сходи, сходи. Посмотри, как она. Ты сама видела, ей очень плохо. А кто обо мне позаботится? Кто обо мне позаботится? Стали совсем взрослыми, а я всю нянчу с ними, как с детьми. Дочка, оставь меня в покое, мама. Дочка, отец спрашивает, что там с землей? Ты оформила на себя землю? Земли недостаточно, мама. Я отниму у него все. Все. Все до нитки. Полностью. Зачем мы встали, ни свет, ни заря? Ты ведь так рано не ходишь в магазин. Ты скажешь тоже. И у стен есть уши, Айча. Зачем нам еще больше злить Ипек? Позавтракаем, соберемся и уйдем, пока нас никто не видит. Тогда арендуй тот дом. Закроем дверь и будем сидеть там. Не станем показываться на людях. Давай, Османчик, прошу тебя, поезжай. Арендуй дом, который мне так понравился. Ну, конечно, непременно. Еще чего? Потом придет Ипек, и нам обоим оторвет головы. Ты в курсе, что я вчера добирался до отеля в объезд, чтобы замести следы? Это потому, что ты трусишка. Она просто достала из сумки платок, а ты чуть не умер. К тому же, вы развелись? Какое она имеет право вмешиваться в твою жизнь? Не знаю. Ты не слушай ее. У нее паранойя. Нет у меня никаких денег, понимаешь, Айча? Нету. Послушай, ты зря тратишь на меня время. Я гол, как сокол. Зачем мне нужны твои деньги? Я люблю тебя. Ее нет в комнате. Нет? Посмотри внизу. Хорошо. Ипек? 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 Бахатин.
Бахатин! Бахатин! Что случилось? Мой пистолет. Его нет. Она взяла мой пистолет? Что за напасть? Джошкун, уберите эти коробки. Поставь их у окна, чтобы они не путались под ногами. Надеюсь, к добру. Папа Бахатин, добро пожаловать. Прошу, проходи. Сынок, скорее принеси нам два кофе. Нет, 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 не надо. Иди на свое место, занимайся делами. Ступай, сынок. Ступай. Какими судьбами? Надеюсь, ничего не случилось? Я тебя сотню раз предупреждал, не так ли? Но ты продолжал поступать по-своему. Папа Бахатин, мое уважение к тебе безгранично. Но как холостой мужчина я... Остановись. Остановись, наконец. Прекрати трепаться и выслушай меня. Злосчастный. Эпек пропала этим утром. Мало того, уходя, она прихватила с собой мое служебное оружие. Что? Оружие? Так она вооружена? Мне все равно, если ты подохнешь. Но я боюсь, что тебя примут за человека и накажут из-за тебя мою дочку. Теперь будь начеку. Побереги свою жизнь, потому что она в опасности. Молись, чтобы я нашел дочку раньше тебя. Конечно. Что опять случилось? Что им от тебя нужно? Мало они из тебя вытрясли. Послушай, я сломаю тебе шею, поняла? Шею сломаю. Успокойся, иди сюда, не связывайся. Он сумасшедший? Османчик, пошли к риэлтору. Арендуем дом, пока его не забрали другие. Айча, отстань от меня, наконец. Какой дом? Какой риэлтор? Джошкун, Джошкун, встань у дверей. Если покажется тетя Эпек, сразу сообщи мне. Ладно? Скорее. Какая Эпек? Что опять происходит? Мы в беде, Айча. У нас проблемы. Эпек взяла оружие отца и ушла из дома. Она преследует меня. Она убьет меня. Убьет, поняла? Все-все, мы уходим. Уходим. Как она достала? А это мне твердит про дом и про риэлтора. Пошли, пошли, скорее, скорее. Как долго вы сможете бегать от меня? Куда мы опять уезжаем? Это закрытая информация. Я даже тебе не могу сказать. И у стен есть уши. Усман, почему мы остаемся здесь? Это не ты твердил? Я хочу уехать, я хочу уехать. Продай все, что у тебя есть, и переедем в Мармарис, в Бодрум или куда-нибудь еще. Так нас никто не сможет найти. Давай уедем. Ты, кажется, так и не поняла, Айча. Я же говорил тебе, что остался у разбитого корыта. Мне нечего продавать, ты поняла? Нечего. Прости, Османчик, я забыла. Сынок, Джошкун, не спрашивай причину. Выслушай меня внимательно. Ты немедленно запираешь магазин. Ты закрываешь магазин и уходишь. Выслушай меня. Закрываешь магазин на ключ. Когда придет клиент, и если он тебя не насторожит, ты впускаешь его внутрь. А когда он уйдет, снова закрываешь на ключ. Ясно? Ты понял меня? Ну хорошо, я скоро приеду. Что ты делаешь? Наказание на мою голову. А ну-ка уйди оттуда. Спрячься.